Попасть на четвертый этаж за 13 секунд. Спасатели с помощью лестницы сегодня штурмовали учебную башню. В Краснодаре стартовал этап Всероссийского чемпионата МЧС по пожарно-прикладному спорту. Самое лучшее время показал участник из Астрахани. Он добежал до импровизированной многоэтажки и забрался на нее всего за 14 секунд. Но это не рекорд. Самым скоростным на чемпионате России в 2012 году был москвич Альберт Логинов. Ему потребовалось меньше 13 секунд, чтобы взобраться наверх. Внимание! Самый сложный и самый зрелищный вид спорта, на мой взгляд, это как раз штурмование учебной башни. Например, вот мы сейчас посмотрим, то... Первое препятствие – это правильно подвесить лестницу и правильное набегание на лестнице. И потом уже по самой башне могут быть разные срывы. Всего в соревнованиях участвуют 6 команд со всех регионов Южного округа. Впервые в истории чемпионата в нем принимают участие девушки. Правда, по облегченной программе. Меня увлек этот спорт. Да, он, конечно, больше мужской в сфере, но парни помогают, нас обучают. Интересно, это нужно пробовать. И, можно сказать, уже он становится женским, так что девочкам нужно тоже заниматься. Чемпионат будет проходить 4 дня. Участникам еще предстоит преодолеть полосу препятствий, показать себя в самой эффектной дисциплине боевое развертывание и потушить горящее здание. Лучшие команды представят Южный федеральный округ в финале всероссийского этапа чемпионата по пожарно-прикладному спорту.